Всем привет, с вами Карабаш74, и сегодня мы рассмотрим очередной мод. Автомобиль КРАС у нас сегодня 5133. Разработчик мне предоставил его для того, чтобы я на нем немножко, так сказать, прокатился и сделал обзор небольшой. То есть он мне дал добро на это. Итак, приступим. Я думаю, что он находится на побережье, так как по скриншотам, судя по скриншотам, где-то он на побережье был. Так, давайте сразу отъедем. Так, стопы. Еще раз повторюсь, это всего лишь тестовая модель, то есть она не окончательна, раскраска на ней не окончательная, то есть цвета. То есть автор работает, трудится. Ну, выглядит это уже достаточно красиво. Детализация какая хорошая. Прям придраться не к чему. Детализация в кабине. Стекла с одной стороны только просвечивают. С этой стороны не затонированы. Изнутри можно на них посмотреть, а так нет. Ну ладно, давайте попробуем подъедем. Анимация подвески, он сразу мне сказал, что она обязательно будет. Он сейчас над ней работает. Ну, шикарно, конечно, вообще выглядит. Так. Что-то это адовая камера. Чё бы я подрал. Так, бортовая платформа. Ну, это, мне кажется, стандарт. Бортовая платформа на всех автомобилях. У меня нет слов. Так, платформа лесовоза на него тоже приделывается. Так, что у нас тут еще крутится? Топливная цистерна. Да отключись ты, надоедливая табличка. Так, скриншотик на превьюшку. Я даже не знаю, вот честно вам скажу, я даже не знаю, что сказать. Модель выглядит очень хорошо, очень детализированно. Видно, что человек трудится над ней. Так, это у нас гаражные части, по-моему, да? Да, это гаражные части. Нет, это... Да, это гаражные части были. Так, ремонтные части. Ага. Ну, это дефолтные ремонтные части, это естественно. То есть он мне пояснил, что у автомобиля будут свои аддоны. Также будет анимация подвески, анимация рамы обязательно в ближайшее время появится. Платформа с краном. Дефолтные запчасти, они все на него устанавливаются без каких-либо
проблем. Так, бортовая платформа. Ага. Ну это Зиловская бортовая платформа. Понятно. А колеса он мне сказал не трогать, пускай это будет пока для вас небольшим таким секретом, что ли. Ну давайте прокатимся, в конце концов. Да, то есть само поведение уже как бы идет приближено к реальности. А вот по поводу то, что не работают рессоры, например, это то есть анимация уже будет, соответственно. Но модель, конечно, ведет себя вообще суперски. По-моему, двигатель у нее сейчас от краза звук. А может быть, и я что-то путаю. Возможно. Так, давайте все врубим. Наш тест-драйв пройдем. Мне чем-то напоминает крас, но пошустрее чуть-чуть. Вот серьезно, почему-то напоминает крас. Не, ну цвет вот рамы вообще вот идеально сделаны. Как будто, знаете, я просто ездил один раз покупать газель новую. И вот они точно такие же стояли, рама, цвет прямо один в один. Так, а где у нас въезд? Я так понимаю, у нас пока анимации, то есть текстур грязи пока еще, наверное, он не сделал. Потому что, ну, по крайней мере, пока я грязи не вижу ни на колесах. Да, грязь отлетает в разные стороны, но пока нету самой анимации, то есть как чтобы забрызгивала машину все в дребезги. Ну, на данном этапе все достаточно супер выглядит. Еще с таким подхрустыванием. Звук, конечно, клевый. Скриншот на превьюшку. Итак, модель скоро будет доступна для тестирования. С вами был Карабаш 74. Автору мода Роману Капралову огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.